Рома, слоник тут. Рома, тут слоник. Слоник. Рома принес угостить слона яблочками, да, Рома? Рома принес угостить слона яблочками. Да, Рома? Рома принес угостить слона яблоками. Ой, какой красивый! Ой, какой красивый! Ой, какой красивый, да? Ой, какой красивый слоник. Ой, какой ты красивый. Какой ты большой. Да? Да, ой, какой ты большой, какой ты красивый. Опа. Ой, не долетели. Ну, да, если торговаться так, то поехать по единице, так? Да. Ну, ладно, давай. Да, ты хороший. Ой, какой ты хороший. Ой, какой ты хороший. Ой, какой хороший. Ой, какой хороший узкий. Да, Рома? Ой, какой хороший слоник. Рома хороший. И слоник хороший. Рома сидит, смотрит на слоника. Да, Рома? Рома пришел на слоника посмотреть. Ой, Рома пришел на слоника посмотреть. Какой ты красивый, какой ты большой. Да, Рома? Так,
Какой ты красивый слоник. Да, Рома? Рома пришел на слоника посмотреть, да? Рома пришел на слоника посмотреть. Не пришел. Да, Рома смотрит на слоника. Слабо. Давай, сильно. О. Регистар. Давай, сильно кидай. Не так. Вот так. О. Надо еще клетчику. На, один раз два. Да, Рома. Рома хороший, хороший, хороший. Рома хороший, хороший, хороший. Рома смотрит на слоненка, да, Рома? Нет, как ты? Рома хороший, Рома молодец, Рома слоника покормил, да, Рома? Ой, какой Рома хороший. Ой, какой Рома хороший, Рома слоника покормил. Рома в цирк пришел, да? Рома слоника кормит. Ой, какой Рома красивый. Бешкетниця Майя, яка дуже полюбляє банани, грає у футбол. Характер вона має як маленька дитинка, дівчинка. Вона хоче побавитись з усіма. Вона дуже комунікабельна, дуже грайлива. Вона дуже любить діток. А якщо ви їй принесете в кишенці банан, яблучко чи ще щось, то вона буде ще краща.